Анна Демірпулат, сімейний психолог. Доброго ранку. Так, дякую, що вас завітали. Ви з посмішкою. А у Тетяни драма. Давайте лікувати драма, її душу. І не лише її. Ну, дійсно, жарти жартами, що говорити. Тема серйозно наболіла. І, на жаль, за статистикою, вона стосується кожну третю подружню людину. Чи то чоловіка, чи це жінку, різниці немає, тому що зраджують майже однаково. Дайте нам поради, як пережити зраду, кому найчастіше зраджують, як далі бути. Вам слово, будь ласка. Мы много говорим с вами про такие темы, достаточно тяжелые, да, которые переживаются очень непросто человеком. Ну и, конечно, измена в этот же разряд попадает. Очень сложно ее пережить, и в определенный момент, особенно когда люди сталкиваются с ней первый раз, то это достаточно тяжело. Да. Вот Татьяна, но Таня говорила, там заметила, что первый раз она вроде Перший бы как простила. Раз так, да, я вже пробачила, подивилася просто, а другий раз це все, бо вже можна остання крапля. Другий раз. Я думаю, имеет смысл вообще немножечко поговорить, что измены действительно бывают разные, и бывает мужская измена, бывает женская измена. Почему-то их различают. Как-то принято считать, что мужчины более полигамные, то есть они более способны на измену, и как-то это более немного простительнее, да, то есть тогда как если женская измена, то это немного сложнее, и обществом как-то это не сильно признается. Но тем не менее, если говорить про то, как общество оценивает, это одна сторона медали, а то, как люди переживают эту измену, это другая сторона медали. Ну, с чем мы встречаемся, да? Обычно и социологи, и психологи говорят о некой такой статистике. Как же все-таки люди встречаются с этой изменой? Первый вариант исхода – это что? Конечно, люди расстаются. То есть они не могут выдержать эту измену, не могут ее пережить, и тогда эта пара расходится. Второй вариант, да, – это закрыть глаза на измену и как бы жить, продолжать в этом состоянии какое-то время, да, то есть, ну, что происходит фактически с такими людьми, которые просто закрывают глаза или, например, считают, ну, было, случилось, ничего страшного, пройдем, и также дальше продолжают жить. Ну, фактически, технически брак остается, или, да, семья, или отношения, они остаются. Но даже так технически остаются, а фактически что происходит с отношениями? Они или умирают, или семья умирает, или не продолжают дальше умирать, потому что на самом деле ничего не меняется. А як от да. З цього приводу, що деякі жінки от зазначають, я вчора читала, що чоловік зрадив, потім вона його пробачила, і от він зрозумів, що найкраще її немає нікого, і їх стосунки стали ще більш такими міцними. От що ви можете сказати з цього приводу? Це якраз третій варіант, да, про який ми хочемо поговорити, тому що іменно він дає можливість отношениям перейти на новий рівень. В психологии есть вообще понятие нормативного кризиса, да, то есть это некоторые такие кризисы, которые случаются в силу развития семьи. Семья – это тоже некий организм, который растет и развивается. Сначала молодой организм, потом он встречается с какими-то трудностями, потом еще с новыми, и постоянно на каждом этапе нашего взросления, как и обычного человека, у нас появляются новые задачи. И вот как раз вот третий вариант – это когда есть возможность что-то изменить в отношениях и выйти на новый уровень. Бернард Шоу говорил, что вообще брак – это череда встреч и разводов с одним и тем же партнером. То есть нам действительно постоянно встречаться приходится с чем-то новым и говорить о том, что отношения – это некий труд, над которым мы, действительно, в который мы что-то вкладываем. Да? Хорошо, ну вот если так случилось, да, измена произошла, что же мы можем делать? Ну, вот здесь вот, конечно, когда обращаются к психологу, да, это сразу начинается выяснение отношений, кто же прав, кто виноват. И это я сразу могу сказать, что это поле как бы никуда. То есть если мы будем просто основываться на конкретных фактах, кто как поступил или кто что сделал, кто раньше это сделал, кто кого обидел, мы просто в этом можем загрязнуть и дальше не двинуться. И наши реакции обычно вот на этом первом уровне, это какая первая реакция, да, это обвинить партнера. Это же он сделал, это не я сделала, да, или сделал. То есть это, да, это его поступок. И, конечно, нужно обвинить, а я тут жертва в этих, этом состоянии, я буду хотеть с грозным взглядом, да, смотреть и винить Пилить тебя. Буду. Да, да, да. 90%, да. Да, да, то есть я таким становлюсь в отношениях палачом, ага, пришел там на 5 минут позже, все, ты теперь должен сделать то-то-то-то-то. Да, то есть можно вот так вот продолжать в отношениях играть и обвинять.
А можно взять другую позицию, то есть это начинать обвинять и бить себя. Угу. То есть обвинять, есть себя. Ну, знаете, тоже вот другая грань. Вот тоже, угу, в принципе, где-то они рядом, эти грани, не есть, угу, такими вот перспективными для отношений эти грани, да. То есть это когда я начинаю очень испытывать сильный стыд за то, что, наверное, я не такой. Наверное, со мной что-то не так. Недостатньо гарно там, може, так можна в депресію впасти. Конечно, можна упасть в депресію, можна стати очень ещё более неуверенным в себе и уходить в эти состояния, да? И также, кстати, быть в неком таком положении жертвы, вот я несчастная, это я вот в такое попала, и опять оставаться, да? То есть мы играем в игру, называется жертва или палач, да? И как бы продолжаем в неё играть. Дальше. Следующее развитие событий, да, если мы все-таки начинаем осознавать, что эти отношения нам дороги, и мы не хотим, чтобы они распались, эти отношения, и мы хотим их сохранить, да, и тогда есть вариант принять ответственность за ситуацию, взять на себя ответственность, что в наших отношениях что-то произошло, да, что-то случилось такое, такие стали наши отношения, что пора что-то в них менять, и это уже новый этап. Как мы к нему можем прийти, да? Конечно, здесь быть нужно очень чувствительными и аккуратными друг к другу. То есть это принять и свои чувства, что мне тяжело, да, это мне нужно это пережить, сказать партнеру, поделиться, да, чувствами с партнером об этом. Но и также принять, что ему не то, это было также нелегко, даже если это случилось. Например, у мужчин это может быть какой-то мимолетный роман, да, и когда он совершенно даже и не планировал, то есть в силу своей природы, полигамности природной, которая присутствует, к сожалению, эволюционно, да, то есть или к счастью, но тем не менее это способствует развитию, развитию разных видов в природе, да. Тобто вот. Дійсно має місце бути, що чоловік кохає жінку, але зрадив, тому що така природа. Ну, слухайте, а чому якщо є кохання, то може немає. Така ж природа, от міняється немножко даже абсолютно. Статус і у жінки. Смотрите, да, сьогодні дуже розпространено поняття і жінської зміни, тому що жінка становиться сегодня более экономически независимая, то есть она на себя берет некоторые роли, мужские роли, да, и поэтому, конечно, она начинает где-то себя вести более свободно, у нее больше вариантов присутствовать в различных кругах, общаться с большим количеством людей, то есть она не концентрируется только сегодня на бытии и на доме, сегодня женщины имеют эту возможность, и таким образом появляется больше возможность встречаться с различными людьми и увлекаться, скажем так. Если у вас есть приводом для зрады, тоді, можливо, немає кохання. Тому хорошо, що я вважаю, давайте, що якщо є кохання, то зраді місця бути не може. Конечно, если случается измена, то вопрос самый большой, что же ищет человек так. Вот там, так. Да, вот там, вот на той стороне, на другой стороне. И чому здесь, тут не вистачає? Да, и здесь, понимаете, очень важно в отношениях быть готовым встретиться с этим вопросом. А что ты ищешь? Что тебе дала эта измена? Кстати, вот в женской измене как раз есть такая вот особенность, что женщины, если идут на измену, то более осознанно. То есть мужчины так, более бессознательно, они не придают этому такого сильного значения. То есть чаще остаются после того, как изменили в браке, то есть для них это как некая игра, да. То есть, а женщина психологично налаштовывается долго, конечно, да? Конечно, женщина, переступить этот барьер для нее достаточно сложно. Ну, сегодня, конечно, я же говорю, в рамки какие-то расширяются в обществе, да, но тем не менее женщина идет на это более обдуманно. И если это более обдуманно, то это не просто какой-то секс на стороне, да, то это уже про разговор, про отношения, про то, что я там получаю. И тогда мы возвращаемся к такому понятию, как что такое семья, для чего она создавалась. То есть на самом деле, вот знаете, очень большая проблема в том, что когда люди сходятся, то они как-то не имеют представления, а что же за функции такие у семьи, зачем она создавалась, да? И на самом деле здесь очень много необычных функций. То есть с одной стороны, понятно, продолжение рода, да, мы хотим жениться, выйти замуж для того, чтобы родить детей, для того, чтобы наш род расширить, для того, чтобы, может быть, быть в обществе, иметь какой-то статус, то есть различные функции, да, но при этом у семьи есть интересные функции. Например, сегодня психологи выделяют такую функцию, как психотерапевтическую. То есть в семье человек может разделить свою грусть, свою печаль, свои проблемы и получить поддержку и принятие.
То есть еще одна функция тогда вытекает из психотерапевтической, я могу получить эмоциональный контакт в семье. Угу. Да, поддержку, тепло, комфорт, особую близость именно в семье. И, конечно, эта близость еще и проявляется в сексуальных отношениях, да, где мы наиболее близки и наиболее открыты и ранимы. И вот тогда можно ту пару спросить, да, что же происходит на самом деле в этом поле, да, как они сегодня общаются с друг другом, что происходит между ними, да, именно сейчас. И вот здесь, если пара готова взять на себя ответственность, что да, что-то происходит, и нам нужно разбираться именно в наших отношениях, тогда здесь есть перспективы даже того, что такая пара после таких перемен может выйти на новый уровень отношений. Все знают фильм «Любовь и голуби». Да, 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 пережитые страдания и эмоции, если подойти к этому с юмором, даже очень такие полезные были, которые для этой семьи. Да. Антон, до вас безліч просто запитань, я от не знаю. Ну, давайте одне. Чи може чоловік одночасно кохати двох жінок? Начебто каже, що кохає мене, а доходить до коханки, каже, що кохає її. І без тієї не може, і без тієї. Що робити в цій ситуації? Так, от як це називається? Це може таке бути чи ні? Чи, ну, ну от що це таке? І ту кохає, і цю кохає. І... Ну так, да, такий чоловік, який дарить безусловну любов для всіх. Понимаете, и такое встречается в природе. Да, да. Дело в том, что действительно есть понятие вот, в природе. Я часто привожу аналогию из природы, да, альфа-самцов, например. Да? То есть это те, которые могут в силу своих особенностей, будучи достаточно сильными по природе, наделенными особым геномом, да, здоровым геномом, могут распространять его с большим количеством партнерш. И при этом не чувствовать, то есть эти, если говорить про мужчин вот такого типа, да, то они менее чувствительны, у них задача другая, у них задача расширить здоровое общество, да, чтобы оно было более, да, то есть его стало больше, ну скажем так, это то, что в природе. То есть на человека это как сказывается? То есть это тот человек, который более в себе уверен, меньше зацикливается на каких-то проблемах, то есть если альфа, да, если омега, мужчина, да, то есть он больше чувствителен, он более готов, у него нету такого количество поклонниц, например, как у альфа, да, человека, у альфа-мужчины. То есть он может быть более внимательный к тому, что вокруг него происходит. И вот такие вот ситуации, они, к сожалению или к счастью, ну, то есть тут уже как оно есть. Жаль, да, да, да. Не хотіла я, щоб мій би чоловік ще й кохав, був альфа-самцем, і якусь ще там жіночку кохав. Это сложно. Тобто, правда. Давайте підсумуємо, що зраду пробачити можна, що піти ми завжди встигнемо, але можна трішечки розібратися, так? Да, да. І я хочу сказати, що саме головне, да, коли люди все-таки взяли на себе відповідальність, що робити? Це почати говорити. И говорить о тех ценностях и о тех потребностях, которые есть в этой паре. Причем очень важно, вся терапия построена, психотерапия на этих вещах, на потребностях друг друга, что это важно, как потребности мои и потребности моего партнера очень важны. И когда мы начинаем выяснять вот эти ценности, что же недополучено для тебя такого важного в семье, у нас есть шанс сблизиться, понять друг друга. И именно на этом уровне, а не уровне там фактов прошлого, да, что было, или каких-то ожиданий будущего, мы уходим от этих установок, да. А когда мы именно говорим о чем-то очень дорогом и близком нам, да, тогда это возможно. Анечка, да. Я обещала, что я поставлю это запитание, чи правда, что жінка завжди відчуває зраду, так чи ні? Ну, от по-разному. От по-різному. На цій позитивній ноті ми вам дякуємо. Анна Демірпула, сімейний психолог, була, як завжди, безліч запитань, безліч відповідей.